Друзья, дорогие, моя заключительная тема, если вы помните, контекст, в котором мы находимся, Петр говорит отложить, это был первый день, Денис Викторович говорил, что нам надо отложить. Вчера мы говорили возлюбить, и последняя мысль в этом тексте, в контексте, да, 3 стих, ибо вы вкусили, что благ Господь. Здесь и остановимся. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Друзья, Петр говорит о той проблеме, которая у нас часто бывает. Где найти мотивацию для того, чтобы, когда не откладывается, отложить, а когда не любится, полюбить. Молодежь, я практик, я тоже не люблю теорию, как и вы все. Мы все хотим более детально как-то понять, как же все-таки это работает. Когда в сердце кипит злость, когда в сердце кипит зависть, похоть и прочее, то, что здесь в тексте перечислено, Петр говорит, это можно взять и отложить, это можно убрать, оно не будет над тобой господствовать. А как, когда не читается, когда противно, когда с утра много дел, припасть, как новорожденный младенец, присосаться вот к этому слову, чтобы пить, и вот взахлеб это все делать, как, когда не хочется. Братья и сестры, ответ здесь. Потому что вы вкусили, как благ Господь. У вас не получится, друзья, я вынужден разочаровать тех, кто сегодня не примирился с Господом. У вас не получится ничего откладывать. У вас не получится полюбить, пока вы не познаете благость Божию. И кажется, вопрос банальный, все очень просто, но на самом деле не так все просто. Друзья, вчера Владислав Алексеевич сказал мысль, что Петр в своих посланиях очень часто цитирует тексты ветхозаветные, да? То есть это было его в проповедях, это было его в послании. И данная фраза «Ибо вы вкусили, как благ Господь», «Вкусите и увидите, как благ Господь», она тоже взята из псалмов Давида им. И те, которые люди читали его, они хорошо знали, о чем писал тогда Давид, употребив есть такой принцип единозначности текста. То есть, если однажды автор употребил этот текст в определенном значении, то и дальше оно везде в этом значении употребляется. То есть, Петр взял оттуда из 33-го псалма эту фразу Давида и употребил его в своем послании не случайно. Поэтому, друзья, мы сегодня так или иначе будем обращаться к 33-му псалму, к оригиналу, там, где было сказано это впервые, друзья, и там, откуда взял это слово Петр. Я напомню, друзья, псалом 33 – это был псалом, который написал Давид, один, наверное, из первых его псалмов в годы его страданий, может, что-то было написано в юности. Но, друзья, вот буквально первая книга Царств, 17 глава, вы все помните это событие, победа над Голиафом. Давида очень стремительно такой карьерный рост пошел, да, когда он вышел на войну против Голиафа. Кстати, что за город был родиной Голиафа, кто помнит? Там написано Голиаф из Гефа. Да, Голиаф из Гефа. Это был филистимлянин, и Давид его победил. После этого его зовут к Саулу. Вот, Саул его ставит начальником. Но мне, наверное, все-таки лучше будет открыть. Я некоторые места буду зачитывать. Смотрите, буквально в первые дни уже Саул начинает слышать про себя хорошие песни, да? Давид победил десятки тысяч, Саулу дали только 1000, это ему сильно не понравилось, но песни уже звучали. 18 глава, стих 5. И дальше, друзья, и Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Саулу. Друзья, он зарабатывает просто, такой рейтинг, о котором можно только мечтать. Всем нравится. Друзья, такое не часто бывает, когда на предприятии где-то, вот я работал не так давно, ставят начальника, и этот начальник всем нравится, и всем понравилось, что его поставили начальником, хотя он только пришел. То есть все увидели в нем талант, все увидели в нем способности. И так скажу, что Давиду, наверное, достаточно тяжело было справиться с определенными чувствами, да, которые приходили, я думаю, возвышалось чувство гордости. То есть он только что победил Голиафа, то ему поют песни, его ставят начальником, друзья. И тут, когда жизнь его начинает усложняться, летит в него первое копье, он уклонился, наверное, размышляет, что это было, просто какой-то акт злобы или это уже будет системой. Но, друзья, написано, что Саул замыслил рукой филистимлян погубить Давида, и он ему говорит, бери дочь мою в замужество, там, через слуг. Вот он сначала не соглашается, а потом, когда Саул говорит, давай 100 краеобрезаний филистимских, и моя дочь будет твоей женой. Написано, что Давиду это слово понравилось, ему это понравилось. И даже так отмечено, что еще дни назначенные не прошли, которые ему Саул выделил для такой большой работы, да? Он уже пришел и 200 ему принес. И знаете, друзья, вот я так понимаю, что... Цену себе знал. Написано так, что во всем, что он не делал, Господь давал ему успех. Давайте еще прочитаю 30 стих этой главы. «Когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его». Весьма прославилось имя его. Друзья, 19 глава, следующая, после вот этого пути восхождения, она описывает уже его побег. То есть он понимает, что дело, действительно идет к тому, что Саул его однажды убьет, и там его супруга также спускает его через окно, он убегает. Друзья, он сталкивается с проблемой, которую он раньше не встречал. Я попрошу вас сейчас вникнуть в его ситуацию. До этого он решал проблемы с врагами. Тогда, когда приходил лев, медведь, Голиаф, там разные те люди, которые не относились к народу Божьему, он привык ее решать, он легко это делал. А тут на него восстает человек, которого он должен уважать, которого он должен любить. И что делать, друзья? Был бы это какой-то филистимлянин, копье запустил, я думаю, он бы его на лету поймал и запустил обратно. И думаю, что не промазал бы, с первого раза попал. А когда оно летает от царя, от помазанника, и в одном из псалмов он пишет, я, когда ему было плохо, я подушку слезами омывал, я в храм ходил, я за него молился. А когда мне плохо было, он радовался, друзья. Это была дорога, по которой он еще не ходил, но по которой Господь часто проводит своих детей. И, друзья, 20 глава описывает, как он заключил завет с Санафаном. А 21, друзья, к которой мы плавно подошли, она описывает то событие, когда уже он голодный приходит со своими воинами. Ахимелех, священник, дает ему хлебопредложение, и он, друзья, принимает такое решение. Принимает решение, 21 глава книги 1 Царств, идти в город Геф. Почему я спросил, откуда был родом Голиаф? А вы ответили, из Гефа. И вот я не знаю, как у Давида сложилось, почему именно туда. Вот. Наверное, я бы туда не шел. То есть самого сильного человека в этом городе он убил и туда же идет. Но стратегия была такая, туда, он так и говорит, туда Саул меня искать не пойдет. Сердце, вчера по карте посмотрел, в сердце вот этого филистимского народа, там я буду жить спокойно. Но тут не было интернета, тогда не было социальных сетей, картинку никто не выставлял, и сильно в лицо его никто не знал. И даже если он когда-то победил Голиафа не так давно, понимаете, полки стоят, и близко его никто не рассмотрел, да? Тем более проходит время, и он думает, что там ему будет спокойно, но тут его узнают. И вот этого он для себя не ожидал. Друзья, как разворачивается ситуация? Давайте мы прочитаем с 10 стиха 21 главы. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил 1000, а Давид 10 тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского. И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» А дальше, друзья, даю волю фантазии. После того, что он прошел, после всех этих песен, после должности такой, после того, как он стал зятем царя, после того, как весь его народ любил, этот человек, опустился на такое дно. Я думаю, если у вас были такие моменты, когда ты сам себе противен. Во-первых, это никак не согласуется с тем, что было раньше. Бог меня защитит, я во имя Господа одержу победу, я сделаю, потому что со мной Бог. Здесь стратегия простая. По-русски говорят, включил дурачка, да? То есть просто взял, начал рисовать на дверях, слюну по бороде. Мне даже сложно представить, как он испугался. Представляете, страх им настолько сильно завладел, что он увидел в этом единственный выход. И вот, друзья, дальше он удаляется, написано, после этого события в пещеру Махпелу, это на краю Израиля. уже там дальше начинается пустыня. И вот там, в этой пещере, он пишет, это 33-й псалом, в котором и говорит эту фразу «вкусите и увидите, как благ Господь». Друзья, я раньше не мог сопоставить. Вот после, знаете, когда, с одной стороны, тебя зажали обстоятельства, и тебе плохо, а когда ты еще в этих обстоятельствах повел себя некрасиво, оно добавляется. Да, вот когда есть проблемы, но духовно ты здоров, ты богат, вот тебя там клеветали, тебя там пытались обидеть, но ты все достойно это перенес, достойно с точки зрения христианина, то внутри дух радуется, потому что, ну, пусть проблемы, но я остался Богу верен. А когда проблемы тебя зажали, и в этих проблемах ты еще повел себя неправильно, когда ты понимаешь, что мира теперь с Богом нету, ну, бывало так, нет, полиция останавливает и штраф какой-то выписывает, 5 тысяч за то, что ребенок не присек. Вот. И ты не просто там, ну и так денег мало еще, эти тут попались, вот, и ты взял еще и нагрубил. А ты что-то высказал. И тут потом мысль приходит, неплохо бы сказать им, что ты верующий, что, может, как ты скостят маленько, вот. Но уже не скажешь, все, уже наговорил, хватает. То есть, друзья, когда проблема каких-то сложных обстоятельств, добавляется еще проблемы внутреннего поведения. Так вот, у Давида примерно тоже. Я представляю, друзья, на какое дно он убежал в пещеру, в пустыню, и там находится, и здесь бы вот опозорился в полном смысле этого слова. И вот здесь он пишет, друзья, 33-й псалом, в который мне было сложно сопоставить с вот этими событиями, но сейчас мы попробуем это сделать. Открывайте, если есть в Библии, 33-й псалом, мы с вами прочитаем первые 9 стихов. «Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него, и удалился». Остановитесь, друзья, обратите внимание на это слово. «И был изгнан от него». Это не так, они посмотрели на него и ушли. Знаете, что он слышал? Я думаю, пинок получил. Пошел вон отсюда. Изгнан был. Там Авимелех говорит, у меня что, своих дурачков мало? Вы что этого привели? Ну, своим безумцем, что, юродивых у меня мало в городе? Вы что сделали? Ну-ка, давайте его отсюда. Выгнали этого человека. А он говорит, 2 стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Так вот, друзья, с одной стороны сначала не клеится, но просто первые слова идут после вот этих. Я набросал здесь свой конспект. В 5 стихе, смотрите, он говорит, после вот этого состояния, он говорит, я взыскал Господа. В 7 стихе он говорит о своей нищете, в которую он опустился, говорит, нищий возвал, и Господь спас. Услышал, там сначала стоит, и спас, да? И после этого 9, он уже дает совет. И теперь вы вкусите и увидите, как благ Господь. Видите, я здесь скобочку нарисовал. Как вот это вот 3 фразы обозначить одним новозаветным словом? Ну, я бы так расставил. Первое, нищий осознал свою нищету, возвал, и потом говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Нет. Денис Викторович вот в первый день много эту фразу повторял. Евангелие. Вот и все. На самом деле все просто. Оно заключается в том, что человек осознал себя в проблеме, не обстоятельств в проблеме. Осознал себя, простите, уродом осознал. Вот думал хороший, думал начальник, а ниже плинтуса опустился. В этом всем он возвал и взыскал Господа. Там в пещере, там, я думаю, ревел, как ребенок, Господи, прости, ты от Голиафа меня спас, ты льва и медведя побеждал, а тут какого-то Анхуса испугался. Но когда Господь ему прощение дал, он вкусил эту благость, и теперь другим говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Вот так. Ну а теперь идем дальше. Друзья, здесь два. С одной стороны призыв, вкусите, а с другой обозначен результат, который будет. Увидите. Когда вкусите, увидите. Друзья, Давид, я думаю, увидел Бога, который снизошел к его слабости. Возможно, Бога, которого он еще не знал. с этой точки зрения, друзья. Но то, что он был жив, он понял, что он обязан Божьей милости. И отложить то, что было перечислено, друзья, и возлюбить то, что говорил вчера брат Владислав, мы сможем, когда сделаем то же самое. Сегодняшняя проблема, друзья, и мы вчера с братьями уже спать легли, до 3 ночи говорили именно о вот этой проблеме, то, что люди Евангелие-то знают. Но где-то вот оно, знаете, вот в советское время я еще захватил маленько, в 91-м пошел в школу, и мы проходили мимо одного завода, и там стоял такой аппарат с газировкой. Туда нужно было положить какую-то символическую монетку, они всегда были в рюкзаке. Вот. И когда эта монетка падала, тогда лилась вода с газировкой. Но была одна проблема у этих советских аппаратов, что монетка где-то западала. Вот. То есть она туда ушла, а газировка не пришла. И тогда нужно было как-то специально наклонить. Те сотрудники, которые работали на заводе, они знали, как нужно наклонить, и потом как дать вот именно в одно место. Знать надо, куда ударить. И она, бум, провалится дальше, пш, все полилось. Вот что-то подобное приходится делать сегодня. Знаете, вот с детства Евангелие. Ты грешник, ты грешник, ты понимаешь, что ты... Ну, вроде бы растет ребенок, понимает. Ты понимаешь, что таким Христос пришел, понимает. То есть на уровне вот мозгов как будто бы все ясно. Но вот она застряла где-то, эта истина. Вот или человек не понял, насколько он нищий, или он не понял, что Бог его должен был уже давно поразить за эту нищету. Но он взял и сам обнищал ради него. И когда вот через этот путь он пройдет, тогда непременно, друзья, он научится, он вкусит благость Божию, он начнет, друзья, откладывать и возлюбит то, что ему предложит Бог. Смотрите, друзья, Давид находится в пещере, но его посыл этого всего псалма, он меняется, он говорит: Господь, я буду хвалиться, буду благодарить, я почему раньше понять не мог, так опозориться и так радоваться. Он через вот этот путь прошел, и теперь, оставаясь в пещере, он может смотреть даже на те обстоятельства тяжелые, обстоятельства по-другому. Друзья, слово «вкусить» в Писании везде имеет такой смысл. Дать стать частью меня, повлияв на то, кто я есть. Вкусите, пусть это станет твоей частью и станет тем, повлияет на то, кто ты есть. Друзья, христиане — это как раз те люди, которые вкусили, они поняли, что поняли, благость Божью поняли. И когда они это хорошо поняли, друзья, тогда они поменялись. Вот что нас меняет. Вот она практика, друзья. И где-то вот я у Лютера как-то прочитал, Мартин Лютер, он пишет, что нам, говорит, постоянно нужно христианам это в сознании обновлять. Потому что наша греховная плоть постоянно скатывается на дела, мы перестаем жить благодатью. И говорит, поэтому Петр, он приходит в Антиохию, он прекрасно знал Евангелие. Но когда его позвали кушать с язычниками, написано, что он начал уклоняться. Ребят, я уже поел, я не голодный, в принципе, что мне есть? День походил, 2, но потом понятно, и Павел подходит. Ты зачем снова созидаешь то, что разрушил? Евангелие тебе первому было открыто. Ты сказал, что Бог различия никакого не дал. Ты сказал, что жертвы Христа достаточно для спасения. Почему ты не ешь вместе с ними? Именно так он говорит, противостал, потому что поступил не по истине евангельской. Павел пишет, противостал Петру. Петр знал Евангелие, но какой-то момент оно не опустилось в его сердце и не повлияло на его практическую жизнь. Друзья, смотрите, несколько текстов хотел прочитать. Вообще в Слове Божьем очень много говорится об этом. Я в подтверждение хочу этой мысли сказать некоторые моменты. В первом послании Иоанна, 4 глава, кто записывает, хорошо делаете, здесь с 9 стиха сказаны такие слова. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Иоанн пишет, говорит, посмотрите, что... Как возлюбить? Друзья, мы здесь сидим, и честно себе признаться, большинство из нас Бога не любит. Большинство из нас. А как возлюбить? Иоанн говорит, в том любовь. Он не говорит, что вы проснулись, и увидели любовь Божию, солнце светит, птички поют, как бы все это на своем месте, но он откладывает в том любовь, что вас любить было не за что, а он взял, говорит, вас и полюбил. И вы его не полюбили, а он уже вас полюбил. И говорит, поэтому это должно родить любовь у вас, потому что он вас первый полюбил. А потом, говорит, вы сможете полюбить других, потому что его любовь излилась в сердца ваши Духом Святым. Я, друзья, иногда... рисую примерно такую схему. Даже на семейных. Вот он есть я, вот он есть Бог, который есть любовь. Есть люди. Это, во-первых, моя семья, жена, дети и так далее. Братья знают, о чем я сейчас говорю. Дефицит любви он и в семейной жизни, да везде, в церкви, в молодежи, он постоянно ощущается. Когда мы выстраиваем вот эти отношения вот так, ну, Христос сказал, она есть, она и в мире есть. Иногда братья, ну, так хотят усилить христианство, говорят, в мире нет любви, есть она. Полюбят вас, 100%. Только он говорит, что язычники любят кого? Любящих их. То есть на основании договора можно выстроить отношения. Будешь меня любить, я тебя буду. Перестанешь, ну, я тебя любить перестану. Так вот, Иоанн другую дает схему. Есть вот этот, который в сущности любовь, и он взял, непонятно почему, как, ну просто взял и полюбил. И он говорит, когда вы вот это поймете, кто вы и кто он, и что он должен был сюда излить, гнев Божий, есть такое понятие. А вместо этого он любовь свою излил, тогда у вас, говорит, непременно родится вот так, к нему. А когда вот это придет, тогда придет вот сюда. И тогда независимо, как вот эти вот будут люди относиться к вам, вы сможете их любить, потому что вы узнали того, кто есть любовь. Друзья, это не единственный текст. В послании Ефесянам, 3 главе, давайте еще один прочитаем. Послание Ефесянам, 3 главе, здесь 16 стиха сказаны такие слова. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота». И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божию. Павел говорит, вы исполнитесь, еще раз, практически всей Божьей полнотой, тогда, когда уразумеете превосходящую разумение любовь Христову. Когда поймете, как сильно Он вас любит. Друзья, есть сегодня в нашей жизни проблема неблагодарности, неправильное отношение к Богу и так далее. Да? То есть мы, в принципе, склонны там, ну, привыкать к чему-то и так далее. И я вспоминаю, вот когда все эти ситуации происходят тяжелые в жизни, вот Давид, он в пещере сидит, в пустыне, у него вообще ничего не понятно, от семьи выгнали, и столько хорошего сделал, а он Богу благодарность в 33-м псалме возносит. Как у него это получилось? Вы знаете, есть даже хорошие в жизни моменты, а есть, вот я в армии вспоминаю, когда был, там есть такая экзекуция, называется «раздавать пряники», солдатам пряники раздавать, вот. Когда ты идешь, я не знаю, сейчас есть вот эти советские ремни, у которых такая, ну, широкая бляшка, вот, которая всегда должна быть нашоркана, блестеть, так, чтобы можно было прыщи в нее выдавливать. Вот настолько, то там много времени сидишь, этим занимаешься, трешь. Вот. И что важно, потом ты ее застегиваешь у себя на поясе, у меня, ну, живот всегда маленько выпирал, вот. И такое чувство, что ремень у тебя расслабленный. Так вот, чтобы расслабленный ремнем не ходили, у старослужащих есть такое право. Ну как, внутреннее право, они брали пальцы, и вот так вот сколько просунет между твоим животом и пальцем, столько тебе даст пряников. Вот. Слово пряник от слова, что потом за него надо сказать спасибо. А пряник, он берет ремень, раскручивает вот так вот, бляшка там на конце летит, и ты вот так руку протягиваешь. И хорошо, если плашмя ляжет. Вот. А вообще потолок был в крови, когда вот, ну, когда экзекуции такие, знаете, по всей роте проходили, то есть всех молодых построили и всем раздали, ну, штук по 15, вот так вот. То есть там все потом перебинтованы, с руками ходят. Ну, когда особые ЧП были, кто-то убегал там с части и так далее, командир все разрешал делать. И попробуй в этот момент не скажи спасибо. Еще пятерку добавят. И ты, ну представьте, да, хрясь только вот так вот рассекло, кровь бежит, и вот этот момент спасибо. Вот. Еще один спасибо. И вот что-то подобное, друзья, происходит. Понимаете, вот мы на собраниях благодари Господа, благодари Господа. Вот кто бы из нас, окажись в той ситуации, как Давид, смог бы, или ребенка, знаете, скажи спасибо. Спасибо. Вот, у меня есть один такой. Вот, ну, ничем его не обрадуешь. Вот. Но нету, я говорю, глаза часто, глаза-то не горят, а благодарности-то нету. Кто бы из нас, оказавшись в такой ситуации, как был Давид, взял бы вот так вот, не через зубы, Господи, ну спасибо тебе за все. Вот. А как он взял, псалом написал. А знаете, почему смог? Потому что был нищий. Потому что знал, что Господь должен был его поразить там еще, на этом месте. Потому что Бог ему явил милость, и он вкусил благость Божию, а потому сердце его наполнилось благодарностью. Итак, друзья, мы встречаем очень часто это евангельская весть в Ветхом Завете. Асаф говорит, я посмотрел, столько делают, столько у них получается, у них столько всего есть, до того момента, пока в общении с Богом. Когда посмотрел, когда, говорит, у меня есть Бог, сказал, все, ничего на земле не хочу. Он остался благодарным, несмотря на то, что обстоятельства не изменились. Он говорит, с тобой ничего не хочу на земле. Когда у нас есть нечто большее, что мы потеряли. Сгорел дом, у меня там еще 3 дворца стоят. Ну, как-то это несерьезно. Ну, сгорел, да гори синим пламенем. Когда ручку потерял у меня ребенок, а мне на работе выдали их штук 200, понимаете? Он вообще, ему все равно, он не огорчается. Но когда она единственная во всем доме, ему надо делать уроки. И уже нигде не продают. Он мозг вынесет всем в доме. Вот здесь что-то подобное происходит. То есть человек вроде бы потерял, друзья, но он говорит в этот момент, что я имею намного больше. А с другой стороны, здесь еще, друзья, есть правильная мотивация, чтобы откладывать злобу. Потому что он там пишет, что там мысли переплетаются. Мы еще к этому псалму вернемся. О том, чтобы эту злобу к Саулу не питать. Он смог это отложить. Он смог ему служить. Он смог продолжать, друзья, остаться в форме, так скажем, духовной. Да? Почему? Потому что он это пережил. Друзья, у Тима Келлера есть хорошая иллюстрация. Он часто, не в одной из своих проповедей, он часто ее приводит. Он говорит, что к нему на собрание пришла одна женщина, которая так недолго находилась на собрании, она, говорит, всегда, когда только заканчивалась, она убегала, так, и я, говорит, не успевал. Ну, а тут однажды все-таки только проповедь закончил, и сразу к ней подошел и спросил, как вы сюда попали, как вам собрание? Она, говорит, я честно, говорит, не пойму, разделяю я ваши убеждения или нет, но мне здесь интересно, мне здесь приятно. И он спросил, как вы сюда пришли? Она, говорит, я работала у себя там в корпорации и, говорит, совершила большую ошибку. Ну, ясно понимал, что эта ошибка должна была стоить мне, моей работы, моей карьеры. Вот. Ну, и когда я совершила, и уже как бы вещи-то начала упаковывать, поняла, что все, до свидания, сейчас выгонят. И мой начальник объясняет высшему начальству, которое хочет ее уволить, он говорит, не увольняйте ее. То, что она сделала эту ошибку, пусть даже дорогостоящую, говорит, это 100% вина моя. Я, говорит, ее не научил. И когда они злились, он говорит, злитесь на меня, это моя вина, я ее не научил. Его авторитет как начальника сильно пострадал. И пострадал и финансовый авторитет пострадал, друзья. Но, говорит, когда я это увидела, а это было не первое мое место работы, она говорит, я его дожала, я подходила. Зачем вы это сделали? Зачем? Потому что вы серьезно, подпортили свою репутацию из-за меня. Где бы я не совершала ошибки, все начальники старались возложить на меня вины больше, говорит, чем я сделала. Все старались выкрутиться за счет меня. И говорит, когда несколько раз она к нему подошла, он сказал, хорошо, я тебе объясню. Говорит, я христианин. И я живу по такому принципу, был кто-то богатый, который ради меня обнищал. И, говорит, я этот принцип стараюсь являть везде. И только после этого она пошла на служение, друзья, и, надеюсь, встретилась с Иисусом. Друзья, правильная мотивация, она как раз исходит из того, что Господь сделал для нас. Я говорил как-то, друзья, семейной жизни, вообще семейная жизнь, мне кажется, дана для того, чтобы нас менять. У меня в молодежи, когда был, я с 14 лет в церкви, и там начал сразу активно в детской работе, там семинары, лагеря, там какие-то площадки. Вот, и мне там молодые наши сейчас, которые в молодежи парни, они на меня до сих пор обижаются, нет-нет, они меня где-то там подковырнут, а вы помните, что вы с нами делали? Вот вы помните, да? Вот помните, они после каждого собрания приседали, отжимались, вот после каждого воскресенья, друзья. А если была детская площадка, я иногда позволял себе ремня давать. Детям, которые вообще мне 15 лет, тот и разрешал. Но дисциплина была всегда жесткая. И вот когда я видел там, родители там со своими детьми церемонятся, меня это раздражало. Что надо? Все же в Библии написано, куда бить, чем бить. То есть куда не написано, но есть место, Бог сотворил специально, чтобы бить. Вот. И терплю, знаете, иногда не терпел. Там в гараж у нас был, уводил в гараж и там сам разбирался. Это все продолжалось до того момента, пока у меня не пошли дети. Кстати, не первые. Первые, дочь, кстати, здесь ходит, они пережили всю мою эту, как бы сказать, натуру. А потом родился Паша. Не называйте детей Паш. Ни одного нормального не знаю. И началось. Все поперек. Понимаете, друзья? Это была сущность ребенка, но она всегда сделать плохое. Последний раз я купил удочку. Удочку своему сыну купил, и он ходит вокруг нее, ходит. Я думаю, что ему надо? То ли завидует, что ему не купили. Взял ножницы, леску отрезал, и все. И в этот момент его паника охватывает. И так много раз. Все, что дома сломано, все он сломал. И я начинаю своими методами, я начинаю давить, я начинаю кричать. Вот, он как, знаете, зверек начинает зажиматься, весь вот злости в нем растет, и я начинаю замечать, все дети на него кричат, ну, всем же достается от него. И в какой-то момент, друзья, я вижу, что у нас не просто нету отношений, но он растет в моей семье только на пинках. Нет, он их заслужил. Нет, я не пинал, друзья, но на него постоянно орут, все орут. Я ору, жена кричит, дети тоже. И он растет, и я понимаю, что растет маленький зверек. И в какой-то момент я решил поменять обстановку. То есть в те моменты, даже когда он делал плохо, я брал его на руки, старался с ним как-то... Так тяжело мне это давалось, понимание, что благодатью можно достичь сердца. Я часто этот пример привожу в «Хижины дяди Тома», там описывается эта ситуация, когда он купил эту маленькую негритянку своей кузине, этот неверующий брат. Вот. Она примерно, она была хуже, там описывается, моего Павлика, то есть она творила постоянно всего и много. Вот. И когда она приходит к нему и говорит, слушай, брату своему, ах, такая женщина, строгих правил воспитанная, говорит, я считаю, что ее пора уже наказать. А он такой поворачивается к ней и говорит, ну, пожалуйста. Только имея в виду, что ее били лопатой, щипцами от камина. И чем, говорит, только ей не прилетало. Если ты хочешь ее наказать, тебе, говорит, надо ее убить. Тогда она что-то, может, поймет. Ну. А потом поворачивается и говорит, вы, говорит, христиане, люди, говорит, интересные. Вы что, говорит, других методов воспитания не знаете? Вот, а Бог-то понимал, друзья, что если нас и можно как-то поменять, то, во-первых, это объяснить, что ты чего ты достоин, а во-вторых, друзья, объяснить, чего ты получил. И отсюда, друзья, рождается правильная мотивация. Я не один такой, друзья. Кстати, на эту мысль он толкнулся. У нас брат один на периферии, у него большое хозяйство, он заготавливает много сена. И вот, говорит, я как домой не зайду, а у меня там одна кассета осталась, говорит, для детей, детские рассказики. Там рассказик, когда тоже заготовили сено, и кто-то поджег, и все думали, что это... как называется рассказик? Пожар, да? Вы же слушаете детские рассказики. Вот. И он говорит, я как домой не зайду, слышу эту фразу, сено горит, сено горит. Ну, а дети мотают, раз, два, три, говорит. И вот я однажды еду домой и заготовил хороший сток сена, вот, а в телефон это жена, сено горит. Ну и все, я, говорит, по газам до конца, ну а пока приехал, все. Ну, знаете, там даже если потушил, уже нельзя использовать. Ну и понял, что это тоже сын. А сын тоже, как вот этот щенок, говорит, забился где-то там в сарайке, там в уголок. Вот. И это был переломный, говорит, момент. Когда я, говорит, за это дело, за которое, я всегда наказывал, за это дело, за которое, он ожидал очень большого наказания, я взял его на руки и сказал, я тебя наказывать этот раз не буду. Отношения, друзья, поменялись. Вот это, друзья, то, о чем здесь говорится. И смотрите, я сейчас приведу несколько моментов, я подтвержу, что апостол Павел делает то же самое. Он пишет одной из церквей, говорит о жертвенности. Ребята, говорит, надо заботиться о тех, у кого мало. Способов раскошелить человека, друзья, на самом деле очень много. Показать там слайд, привести душещипательный пример. Он мог в своем послании такое описать, что он видел, что люди бы за кошельками бы потянулись, да-да-да, на. Только потом домой пришли, эмоции подулеглись. А что это за секта? А что он деньги с нас собирает? Так вот, друзья, апостол Павел, он берет Слово Божие и говорит, но вы знаете, как жертвовать. Почему? Потому что вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он, будучи богат, обнищал, говорит, ради вас. Он говорит, что именно смотря на Евангелие, вы, говорит, должны ваши сердца научиться жертвенности. Друзья, если вы будете в своей жизни формироваться просто Писанием, просто законом, а в нем нету мотивации, друзья. Хотя Влад сказал вчера, что это характер Божий. Он сказал, что ему нравится и что не нравится, и все. Он не придумывал Библию, Бог. Он просто свой характер выложил в этой книге. Но если, друзья, мы не поймем Евангелие, мы будем просто исполнять закон. Мы просто 10% отделили и скинули, и то хорошо. А если проникнемся жертвой Христа, он говорит, тогда это проще будет. Почему? Потому что вы увидите, кто ради вас обнищал, вы сможете другим давать. Когда, друзья, он пишет о проблемах брака и говорит, мужья, любите своих жен. Язычникам пишет. В то время, я, друзья, официально прочитал, что мужчинам разрешалось иметь любовницу. Это было 99% у каждого. Женщине нельзя было, убьют сразу, если узнают. А мужчине можно было. И вот когда он в эту культуру входит, он входит с Евангелием, он говорит, мужья, полюбите своих жен так, не просто как договор вот этот вот я и она, на основе таких взаимоотношений рыночных. Вот это было самое лучшее, что люди могли себе представлять. Но, говорит, полюбите так, как вас Христос, как Христос церковь возлюбил и предал себя за нее, чтобы очистить ее. Ничего красивого она себя не представляла, но он полюбил, так, мужья, полюбите своих жен. Вы чувствуете, нет, откуда мотивация? Дальше, друзья, в послании Титу Во второй главе, я, друзья, вчера перечитывал, мне показалось вообще красиво, когда он говорит о принципах благочестивой жизни, откуда черпать силы для того, чтобы воздерживаться и так далее в том языческом мире. Я прочитаю 2 глава, с 11 стиха он пишет: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Он говорит, целомудренно, праведно и благочестиво. Почему? Потому что явилась благодать Божия, спасительная. Потому что Бог к вам пришел, Бог положил жизнь, чтобы ты жил по-другому. Сегодня, друзья, опять же, вопросов мотивации очень много. Не так давно мне на электронную почту пришло, там есть брат один, который всем рассылает. У него человек 200, наверное, таких подписчиков. Он читает книги и потом всем рассылает. И вот я читаю, там, какой вред от порнографии. Христианский автор, пишет. Примерно такие мотивы. Во-первых, если узнают, тебя исключат из церкви. Ты возненавидишь сам себя, потому что физиология так построена. Будешь смотреть, возненавидишь сам себя. Бог тебя перестанет благословлять. Все узнают, опозоришься. И, друзья, я смотрю, в принципе, все мотиваторы эгоистичные. Тебе выгодно так не делать. Но нету в этом силы. Нету. Хотя человек поймет, что он себе вредит, что ему плохо, но силы в этом нету. Друзья, Павел говорит, Господь умер за тебя, чтобы ты так не жил. Он тебя полюбил, есть жизнь другая. Понимаете? И везде, друзья, о прощении притча. Помните, да? Я тебе столько простил, почему ты этого? Столько благодати тебе явил, она должна была в тебе произвести что-то, что огорчило этого господина, что как раз столько простил, а ничего в тебе не родилось. Ты остался такой же злой. Почему? И говорит, тогда по справедливости. Перед выездом сюда прочитал одну цитату. Томас Чалверс, вы его точно не знаете, это был наставник Джонатана Эдвардса. Хорошо, если его знаете. В своей книге он пишет такую фразу. Нет ни одного личного преобразования, в котором сердце остается без объекта абсолютной красоты и радости. Единственным путем вытеснить из сердца старую привязанность является удивительная сила новой привязанности. Вот и все. Я заканчиваю и хочу пожелать. Если вы вкусили, как благ Господь, если мы каждый день вкушаем благость Божию, а вкусим мы ее только тогда, когда осознаем себя нищими, осознаем, чего мы достойны, что Он для нас сделал, тогда мы сможем отложить, и тогда мы сможем возлюбить. Пусть Бог нас благословит. Давайте встанем и помолимся. На колени встанем.